Здравствуйте, на канале ИТОН ТВ программа «Разбор полетов». Сегодня ее веду я, Михаил Горин. Мои собеседники – израильские журналисты Давид Шехтер и Марк Горин. Коллеги, я вас приветствую. Добрый день. Тяжелые времена в Израиле, они периодически, к сожалению, бывают. У нас очередная то ли волна террора, то ли только так не волна, а может быть что-то еще хуже. Мы с вами сейчас попытаемся разобраться. Два вот последних взрыва в Иерусалиме, которые унесли жизнь Арье Шупака, и было ранено 26 человек. Похищение тела Тирана Феру из больницы в Джинине. Перестрелка в районе Шхема 23 ноября, когда погиб 16-летний палестинец. В общем, можно много привести примеров. В связи с этим у меня первый вопрос такой. Давиду Шехтеру. Мы стоим в начале новой интифады образца 2000, начала 2000-х годов? Ну, если судить по тому оружию, которое сейчас против нас применяют, то да. Потому что, в общем-то, сперва это была интифада ножей, когда одиночки кидались с ножами, потом они пришли к наездам с автомобилями, потом к огнестрельному оружию. А вот теперь это уже то, чего не было у нас лет 25 после Осло, когда просто взрывают одновременно на соседних улицах, ну не улицах, там въезд в Иерусалим, и такая дорога спускается вниз к перекрестку Цамот, это как бы одна улица длинная, взрывают одновременно два устройства, причем дистанционно. Чтобы такой теракт организовать, нужны и специалисты, то есть саперы, которые умеют такое сделать, такое устройство. И самое главное, нужны десятки людей, которые, чтобы не привлекая к себе внимания, должны были отследить ситуацию, проверить, на каких местах, какое время находится больше всего людей, чтобы именно туда подложить вот это вот взрывчатое устройство. То есть это совсем непростой теракт, для него нужна организация, разветвленная, хорошо снабжаемая. И это говорит о том, что террор вышел на совершенно иной уровень. И я виню в этом, в первую очередь, понятное дело, министра обороны и правительства, поскольку ведь палестинские террористы, они гопники. Вот когда тебе на улице пристает такой гопник, шантропа, и делает движение руками. Если ты ему дашь по руке, он отступит. Дашь ему по морде, он убежит. Палестинские террористы точно так же, они понимают только силу. Когда они видят, что им никто ни по морде, ни по рукам не дает, они делают шаг дальше. С интифадой ножей они перешли на огнестрельное оружие, никакого сопротивления не было, перешли сейчас на это. И поэтому, естественно, если их вот не остановить, то дальше будет еще хуже. Я хочу привести еще один пример, который ты, собственно, привел. Украли тело мальчика, точнее, даже не украли тело, его убили. Это теракт, поскольку этот русский парень попал в автокатастрофу возле Дженина, и его поместили в больницу Ибн Сина. Когда эти террористы, 300 человек, ворвались в больницу, они его отсоединили от аппаратуры. И из-за этого он умер. То есть он не был мертвым. Прости, я тебя перебью. Так утверждает его дядя. Неизвестны еще пока подробности. Поэтому не будем забежать вперед. Дядя с отцом были там. Дядя с отцом были в больнице, в палате мальчика. Они с трудом спаслись. Поэтому я верю этому человеку. Но да, даже если и не убили, а просто забрали его тело. Как повел себя наш министр обороны? Он выстрелил и сказал: люди добрые, это же сделайте гуманитарную акцию, это же проявите гуманизм. Кому он обратился с этим? К террористам? Он должен был ввести пол Гевати, перевернуть чертователь весь город сверху донизу, всех там перестрелять и забрать тело силой. А теперь, когда министр обороны просится: ой, пожалуйста, какое же будет отношение? Это глава самой сильной
на Ближнем Востоке армии просит террористов проявить гуманизм. Ничего более абсурдного и беспомощного я давно уже не видел. И, кстати говоря, вот все те сферы, все сферы нового правительства, точнее старого, полтора года, которому, куда бы они ни, да чтобы они не взялись, везде полный провал. Почему сейчас в больничных кассах нет лекарств? Потому что не купили. А почему не купили? Потому что Министерство здравоохранения не позаботилось. А почему оно не позаботилось? Поскольку во главе его стоит человек, которого интересовало только одно – продвижение интересов ЛГБТ. Давид, давай на этом остановимся. Это отдельная тема. Мы можем ее, у нас еще будет время ее затронуть в других эфирах. Марк, к тебе вопрос, в принципе, тот же самый. Считаешь ли ты, что мы стоим на пороге новой интифады, потому что изменились методы террора? Это первая часть вопроса. И вторая, которая исходит уже из того, что сказал Давид, что вот эта волна террора, которая сейчас у нас, на нас напала, это свидетельство вот такой беззубой политики, я недословно цитирую Давида, просто для краткости, предыдущего правительства. В связи с этим у меня вопрос. Вот сейчас у нас будет скоро новое правительство, ну, скорее всего, будет. Новое правительство, и это будет одно из самых радикальных правительств в истории страны. На твой взгляд, это улучшит положение, исправит его, или наоборот, это только подольет масло в огонь? Пожалуйста, тебе слово. Стоим ли мы на пороге новой интифады? Я, возможно, не настолько сведущ в тонкостях, ну, взаимоотношений с противостоящим миром, как Давид. Ну, за 30 лет жизни в Израиле у меня сложилось ощущение, что мы всегда стоим на пороге новой интифады с теми или иными перерывами. Эти перерывы зависят не от нас. Возможно, там подрастает какое-то поколение, там какие-то свои в противостоящем коллективе, даже не знаю, как сказать, в противостоящем там коллективе свои там демографические. А потом подрастает какое-то поколение 15-летних или 22-летних, и начинается очередная интифада, или спровоцированная, или не спровоцированная. Но она начинается. Мы всегда стоим на пороге. Это, как говорится, это начинать ли интифаду – это их выбор. А стоять ли на ее пороге – это наш выбор. И вот чудовищные дни, вот предыдущие 2-3 дня, совершенно чудовищные. И, на мой взгляд, еще более страшные, потому что никто не может сказать, даже наши действительно легендарные, действительно заслуживающие всей схожей спецслужбы, не могу сказать, кто же, поймать негодяев и бандитов, но еще и сказать, кто же за этим стоит. Это не получается сделать. Значит, у меня вот какое ощущение, что мы не знаем, кто конкретно за этим стоял, новая группировка. Ведь она не может быть абсолютно новой, потому что у нее, видимо, есть какой-то опыт технический, бандитский, террористический. Видимо, есть какое-то умение, поэтому она не может быть абсолютно новой. Значит, чего-то мы не знаем. Хотя в этих в арабских городах, в этих поселенческих, на поселенческих территориях, которыми идет операция, мы очень серьезно занимаемся разведывательной деятельностью и поиском террористов, и это очень серьезно все происходит, и тем не менее мы не в состоянии. Значит, что можно сказать? Как бы то ни было, кто бы за этим сегодня ни стоял, мы варимся в террористическом бульоне, который, ну, с моей точки зрения, поражен с одной стороны там на севере Хизбаллы и вот Хамас. Ну, Хизбалла – это отростки Ирана, это вообще другой разговор. Это вопросы большой политики, большой войны. А вот что касается Хамаса, это разговор другой. Вот я своим сегодняшним
оппонентом и давним по-человечески товарищем и полемическим, так сказать, вот, партнером Давидом Фектором. Несколько лет назад на этом же информационном ресурсе Тон ТВ мы говорили бы о другое правительство, не сегодняшнее, не уходящее, а предыдущее. И я сказал, что вот судя по тому, что происходит, тогда происходило очередное обострение с Хамасом, что наше правительство, Нетаньяху, премьер-министр, поддержит Хамас. Я был уверен, что я услышал полное отрицание сказанного, и мне придется доказывать свою мысль. Но Давид, я не знаю, помнит ли он этот разговор, сказал, да, да, Нетаньяху поддержит Хамас, потому что Хамас – открытый враг, а палестинская автономия – закрытый враг, скрытый и открытый враг – это всегда правильнее, чем скрыть. Значит, таким образом, как вы, как я понял, мы поддерживали тех, кто в нас стреляет, сжигает наш юг, создает атмосферу террора. Ближе, дальше, там это уже зависит от нюансов. Создает атмосферу террора вокруг нас. И не поддерживаем то административное образование, скажем так, где в нас не стреляют, где система безопасности сотрудничает с нашими системами безопасности. И по мнению ряда экспертов, с которыми я беседовал для этого или для других информационных ресурсов, это позволяет больше половины, скажем, от скрытых терактов и пойманных негодяев, это сделано с помощью службы безопасности палестинской автономии. Так говорили те, кто в этом разбирается. Я могу только повторять их слова. Значит, таким образом мы поддерживали Хамас. И я вот так же, как сегодня, Давид говорил, почему? Смотрите, теракты, пожары. Я сам видел этот горевший тренюк, эти черные пятна страшные на нашей земле. Почему мы не... И Давид мне говорил, нет, ну, Марик, ну что ты, ты не понимаешь, война, жертвы, там, начинать все это. Это было другое правительство. Ну да, я понимаю, у Давида было другое мнение, у меня было другое правительство. У меня было такое же мнение и тогда, и сейчас. Сейчас я согласен с Давидом, что, наверное, надо было ответить по-другому. У Давида мнение меняется, у меня не меняется. Значит, одно из двух. Или мы, я понимаю, почему мы поддерживаем Хамас, а не палестинскую автономию, тогда поддерживаем. Потому что если мы уничтожим Хамас, наконец, я не, возможно, это же, наверное, какие-то, но это бульон, в котором мы живем. Не знаю, сегодня одна организация, там вы какие-то, завтра другая. Мы живем в этом бульоне. Значит, одно из двух. Или, значит, что значит уничтожить Хамас? Значит, палестинская автономия, по сути дела, будет решен вопрос два государства для двух народов. Там будет государство. Мы сможем сказать, знаешь что, друзья, у меня под ней живет четыре арабские семьи. Вполне добропорядочные люди. Ничем не менее добропорядочные, чем еврейские семьи, другие семьи под ней. Их так же одинаково знают, так же одинаково здоровают. Значит, кто, кому мы не нравимся, вот вам государство, идите туда или куда-нибудь, им будет куда идти. Вот мы жили в Советском Союзе, кто-то сотрудничал со страной, кто-то мечтал уехать в свою страну, была своя страна, у них нет. Они живут здесь, и каждое следующее поколение, оно будет, оно станет террористом. Это, мы обречены на то, чтобы так жить, если мы не создадим свою страну, свою, с нормальными границами, с нормальными отношениями приезда к нам тех, кто из той и другой страны. Вот, пожалуйста, хотите работать, документы, все, проверки, все любое. Все нормально. Нормальные границы, поселения станут нормальными городами или там деревнями, или там поселками. С нормальным законодательством там не будет... Мы будем нормальной страной. Мы хотим жить вот так, как мы живем, значит, мы будем жертвовать за это жизнями своих людей и посвящать свою жизнь, свой потенциал, свои силы тому, чтобы бороться с террором. Иногда лучше, иногда хуже, как получится. Иногда больше потеряем, да меньше потеряем. Но зато вот эти вот идеологические установки будут оставаться такими, какими они есть.
вместо того, Понятно. чтобы отгородиться и как бы жить без них своей жизни. Я хочу уточнить маленькое уточнение. Одну секунду, Давид, я сейчас передам тебе слово, просто перед ним я уже хочу задать вопрос, тем более, что он будет совпадать отчасти с тем, что говорил Марк. Но сначала немножко статистики. С начала года в терактах погибло 30 израильтян. Вот начало этого года. Произошло 330 попыток терактов с применением огнестрельного оружия. 34 попытки взорвать взрывчатку в людных местах и 2 попытки терактов с участием самоубийц. С другой стороны, в столкновениях с израильскими службами безопасности с начала года были убиты 140 палестинцев. Вопрос мой заключается в следующем. Помимо того, что ты хочешь ответить Марку, я все понимаю. Вопрос заключается в следующем. Существует действительно такая точка зрения у экспертов, у представителей спецслужб. Это то, о чем говорил Марк. Что вот свидетельство, вернее, причиной вот всего того, что я сейчас перечислил эту статистику, является, среди прочего, а может быть и в числе главных, ослабление деятельности палестинских служб безопасности, ослабление режима Абу Мазена в силу там каких-то их собственных внутрипалестинских проблем и его конфликта с Хамасом. И это вот выплескивается в виде терроризма на нашу улицу. Согласен ли с этой точкой зрения или у тебя есть другая? Пожалуйста. Я хочу ответить Марику. Я помню этот разговор прекрасно, но я не говорил о том, что Биби поддерживает Хамас. Я говорю, потому что Биби предпочитает иметь дело с Хамасом, поскольку когда ты имеешь дело с открытым врагом, там одни законы взаимоотношения. А другое дело, когда ты говоришь с людьми, которые тебе в лицо улыбаются и говорят, да, да, мы твои друзья и партнеры, а за спиной себя ведут как враги, тут ситуация совершенно иная. И с ними бороться намного сложнее. Не было разговора о том, что Нетаньяху поддерживает Хамас. Что касается палестинской автономии и Абу Мазена, то это как раз то, о чем я говорил. И все вот эти вот теракты, подавляющее большинство, они же были не из Газы. Из Газы сейчас не летят ракеты. Они все были произведены в Иудее и Самарии. Террористы пришли из Иудеи и Самарии. Почему? Потому что палестинская полиция, палестинская автономия не из-за ослабления, они просто идеологически прекратили осуществлять контроль, они прекратили и с нами вести какие-то переговоры, перестали с нами быть в контакте, прервали отношения с израильской службой безопасности не потому, что они ослабли это само собой, но еще из-за идеологических установок. И вот когда палестинская автономия прекратила борьбу с террором на территории Иудеи и Самарии, террор поднял голову, а мы в ответ ничего не предпринимаем. В этом-то стоит вся ситуация. Поэтому все вот такие вот отдельные, как маленький очень хвалил, отдельные акты, то там, то тут, по ночам ходят, прессовывают. Это то же самое, что и давать акамол, то есть давать анальгин, когда нужна операция. То же самое было перед, если вы помните, когда вот Шарон начал операцию «Защитная стена». Террор поднял голову, Шхем, Дженин стали рассадниками этого террора. Были введены войска, была проведена большая операция, была проведена зачистка, и стало тихо на много лет. Потому когда этой шпане даешь по морде, и очень сильно, она отступает, она уходит. Мы вот этими акциями там, тут кого-то арестовали, кого-то убили при попытке сопротивления, ничего не добьемся. Нужна большая серьезная операция. И та волна террора, которая поднимается буквально день по дня, тому свидетельство. Новому правительству придется эту операцию осуществить, и нового выхода у него просто не будет.
Марк, вопрос к тебе. Ну, собственно говоря, я отталкиваюсь от вопроса, который сейчас, темы, которую поднял Шехтер, она действительно очень часто достаточно яростно обсуждается в Израиле и в социальных сетях о том, что нам делать Израилю. Есть сторонники, и их очень много. То есть их практически половина Израиля, судя по итогам выборов. Сторонники жесткой линии, жесткой руки, кардинальных решений по этому вопросу. Проблема, дадут ли они результаты, мы еще не знаем. Есть сторонники того, что нет, ни к чему доброму это не приведет, никакие кардинальные решения не помогут, потому что мы их уже принимали, и не раз Израиль все равно остался с тем же результатом. Скажи, пожалуйста, свое мнение по этому поводу. Скажу. Значит, поскольку тот наш разговор с Давидом, памятный нам обоим, он уже прошло несколько лет, и нюансы типа сказал, поддерживает или сказал, предпочитает, выяснить трудно, для этого надо поднимать архивы, в этом нет никакой необходимости. Но вот то, что было сказано там минуту назад, это же как бы то, что все помнят. Давид только что сказал, что они прекратили борьбу с террором. Для того, чтобы что-то прекратить, то, что прекращается, должно было осуществляться, иначе я не понимаю русского языка. Значит, Давид таким образом признал, что служба безопасности палестинской автономии вели борьбу с террором. Это было, это сказал не я, мой оппонент, что они вели, другими словами. Они вели. Значит, почему-то они это дело прекратили, почему сказать... сложный, тут уже этот вопрос политический, а не и у нас за другом передаче, время на этом можно отдельно. Вот. Но важен факт, что она шла, и она что-то давала, какие-то возможности. Значит, мы можем, судя по словам Давида, сотрудничать в борьбе с террором. Это не означает, что мы его вместе могли полностью победить, но, наверное, мы добивались каких-то успехов, как говорят, как говорили мне эксперты, знающие в этой сфере. Значит, теперь насчет жесткой линии операции. Есть два пути. Или мы хотим вот нормальное государство с нормальными границами. И, кстати сказать, насколько я, опять же, знаю из очень компетентных источников, нынешний человек, который, по идее, должен возглавить правительство, судя по ситуации, его переговоры с Трампом предусматривали нормализацию и, так сказать, создание нормальных границ и отношений. И были карты, которые к этому вели. Единственное, что, опять же, из очень компетентных источников, Нетаньяху просил Трампа не обнародовать эти договоренности до выборов. Трамп ему это обещал, но они должны были состояться. Ну, получилось то, что получилось, прошло иначе. Неважно, хочем или хочем. Значит, теперь. Или мы пойдем, опять приходит Нетаньяху, что касается предпочтений Хамаса, как вот Давид сказал, что он предпочитает, а не поддерживает, то трогательная забота, передавались огромные деньги из Катара, в газу, чего не было при уходящем правительстве и так далее. Ну, вроде бы шел разговор какой-то нормализации. Значит, либо мы пойдем к нормализации состояния, проведем мы до этого операции или нет, это вопрос военных. Какой-то нормализации своей страны, своей, не их. Их это его. Либо мы останемся тем, что есть, и будем посвящать жизнь тому, что мы будем оплакивать жертвы террора, и бороться с ним более-менее успешно. Мы убиваем больше, чем они. Если кого-то это успокаивает, дай Бог здоровья. Меня не успокаивает. Еврейские жизни гораздо... Я прошу прощения, наверное, говорю что-то неправильное, негуманное, но для меня они важнее, чем те. Их погибает больше. Если продолжать жить таким образом, что мы убили больше, поэтому, ну ничего, так сказать, будем дальше так существовать, ну, значит, тогда да, одна операция, назреет другая операция, погибнут люди с обеих сторон больше или меньше. Но зато... Ну, главное, чтобы был результат. Это же не просто. Да, главное, чтобы был результат, да. Либо мы наконец пойдем
к нормализации. Я мало верю в то, что мы пойдем при том правительстве, которое сегодня создается, и дело не только в премьере, даже не столько в премьере. Мало в это верю, но это уже, как говорится, будет реальность, будем комментировать. Да. Коллеги, большое спасибо за этот разговор. Напомню, что... Можно маленькое добавление? Да, пожалуйста, только маленькое. Маленькое. То, что сейчас говорит Марик, давайте мы контакты, нормализация, нормальная страна, нормальные границы. Мы все это уже проходили. Не контакты, Давид, я не произносил. Я говорю о нормализации своих границ, своих стран. Правильно, наши границы – это границы с ними. Мы уже об этом говорили, мы уже в Осло мы хотели все это сделать. При Итнаткуте мы хотели это сделать, но не получается. Не, да. У нас нет нормального. Мы-то хотим нормальную границу, и я разделяю твое желание тоже, но они же этого не хотят. И мы уже были готовы, им уже отдали и территорию, и деньги, и власть, и привезли сюда армию бандитов Арафата, ничего не помогло. И разрушили весь Гуш-Катиф, чтобы была нормальная граница. Не помогает. Давид, извини, на этом мы ставим точку. Я прошу прощения, наше время ограничено. Большое спасибо. Еще раз попробую окончательно сообщить, что на этом мы заканчиваем нашу программу. А в беседе вместе со мной принимали участие израильские журналисты Давид Шефер и Марк Горин. Всем спасибо и до свидания.